Я так хочу, ой, я так верю в Хасока, просто это... Такое солнышко, и сейчас он прям будет напихивать всем, ой, давай. Это разве Дениска? Я сейчас перепутал. Ой, кошмар, я опять все перепутал. Да молодец. Кто угодно, но не я. Но они же так похожие. А, ну да, вот по такому виду. Все, понял. Дениска, прости еще раз, братик. Да-да. О, батя. Ого. Тихо, 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 тихо. Это вот леопардовый, вот то, что у него это куртка, не куртка. Ну тут прям видно, что зашел батя. Все просто девочки его. Потому что леопард. Леопард все делает хорошо. Верните глаза, ну они здесь. Бит классный. И агрессивный. Вот и он. Рви, душеньки. По факту. Ого. О, да.
О, да. Что я хочу сказать? После этого выступления любой вопрос, кто из них в банде лучший рэпер, отпадает от сам собой. Все. Их сравнивать больше нельзя. Ну как они написывают? Этих пацанов лучше не злить. Если они по одному еще их можно как-то ущипнуть, то когда их трое, ребята, текайте, меняйте планету, просто вас найдут, напихают так, что будете кровью под себя ходить. Не, круто, блин. Давайте еще раз пересмотрим. Что-то мне тут прям так хорошо стало сразу. Прям ай. Да, да, вот да, по такой да, песню идти на стрелку вообще базара ноль. Еще раз. А, бля. Перчатками еще своими прям. Да. Про басы, да. Как же хорошо, а? Вот этот флекс прям.
Не, это очень хорошо. Она же есть типа и в записи, да? Ну, то есть как студийная запись, да, получается. Я хочу ее. Я очень, если вы еще учесть, что... Да, сейчас... да, сейчас рано. Еще учесть, что Хасок не был в рэпе изначально, а он просто... залетел уже потом и учился, то это прям вау. Влететь вот в эту тройку и просто вот делать такую грязь. Очень хорошо.